их видать пока это, пока смотришь какие там юниты, блядь, 2 минуты пройдет. На 5 минут поставлю на первый раз. Жми как. А похуй, какая раса или что? Да, вообще все. Только цвет зависит от местоположения. Там изначально типа цвета назначены. Да. Ну, там попросили, короче, их на мини-карте расставить, там несколько юнитов немного не сбалансировано. Типа 10. Тоже косяк, типа, не заметил. К этой, к населению. Да. Исследование тоже там. Джаком, если создается. У него исследование, типа. Одно дается. Там горное дело вкачивает, все такое. Этот голем, это же половинка того большого голема, древнего, да? Да. Ну, там способности ему, типа, сделал. Что, если он тут ковчег навряд ли, типа, потому что... Ну, я хуй знает. Создал. На центр. Говорят, тут вообще надо типа туман войны убрать.
Тогда сфера тоже не сбалансирована. Ага. У него так атака-то мощная. КП дохуище. А поначалу типа другие цены были. Я вот сферы и это. Там дракон еще есть. За 16 уже. Значит, не заметил дракона. Ну, вот какой-то пустынный, я не помню. Тоже 2000 хп. А, там. Туран. Туран, что ли? Да-да-да. Он жесткий, не хп. Ну, думаю, вообще, типа, на слен где-то до 50 поднять, там уже как-то под это. Там не замесы будут. Не, я цену тоже поднимаю. Ну, вот этот дракон, да, допустим. Если вот 50, да, то он 20, да, будет, наверное, должен стоить. Дракон, нет. Наверное, не дракон, но этот вот голем. Голем? Да, так, да, так. Ну, и 20, там, 18, 16, пошли. Это может, значит, так и стоит. Сколько? 16 раз? Голем стоит 10. А, ну тогда да, да, 16. Сейчас их можно 3 создать, значит, там. Ну да, 16. Победа тут не засчитывается никак, да? Да, никак. Че, уходить надо? Да, окей. Ты можешь пока там...